Благодаря программе развития деятельности студенческих объединений Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году студенты Российского университета дружбы народов смогли принять участие в ряде мероприятий. Это различные крупные международные олимпиады, всероссийские конференции на базе топовых университетов, съезды, школы студенческих научных обществ. Так, например, на базе Алтайского государственного университета студенты смогли принять участие в конкурсе на лучшее СНО и СКБ и заняли призовое место. Программа развития деятельности студенческих объединений – это уникальный инструмент для поддержки студенческих инициатив, благодаря которому реализуется большое количество проектов. Однако для того, чтобы идея не осталась просто идеей, а была в дальнейшем грамотно прописана в виде бизнес-плана и в итоге вышла на рынок в виде услуги, либо продукции, мы с коллегами из Совета по научно-исследовательской работе студентов и преподавательским профессорским составом разработали концепцию студенческой школы инновационного развития. Основная цель проведения данной школы – подготовка студентов к участию в полуфинальном отборе конкурса «Молодежный старт» по программе «Умник» и других. Мероприятия школы ориентированы на студентов с оформившимся интересом к научной деятельности и для тех, которые находятся в поиске идей, либо уже работают над имеющимся проектом. Так, в рамках программы школы были проведены актуальные лекции и мастер-классы, научные исследования, замысел, гипотезы в естественных науках, интеллектуальная собственность, методика патентного поиска, коммерциализация научных разработок, оценка инвестиционной эффективности проекта, оформление заявки на грант, тренинг, презентации проектов и их обсуждение, а также секреты успешной презентации стартап-проектов. Добрый вечер. Как вас зовут? Алексей. Алексей, очень приятно, меня зовут Евгений. А как ваше настроение? Отлично. Откуда вы? Из Москвы. Расскажите немного о своей работе. Научной работе? Конечно, вот с чем вы приехали? Моя работа посвящена совмещению нанокалориметрии и синхротронной нанофокусной рентгеновской дифракции. Добрый вечер! Как у вас настроение? Отлично. Отлично? Откуда вы приехали? Это все Москва, коллеги. Новосибирск? Девушка, можно мы с вами пообщаемся? Как вас зовут? Марина. Марина, что ждете от форума? Жду огромных классных впечатлений. Победа меня тоже ждет. Обязательно что-нибудь займу. Просто так не хочу отсюда уехать. Всей наукоориентированной молодежи Российского университета дружбы народов, мы хотим поблагодарить Министерство образования и науки Российской Федерации за предоставленные нам возможности для раскрытия потенциала и для дальнейшего роста и развития. Мы надеемся, что и в дальнейшем у нас будет иметься такая же возможность, и мы будем получать еще более эффективные проекты, с которыми сможем выходить не только на российский рынок, но и международную арену.